Василий Дмитриевич – это наше орляцкое сокровище. Он работает в достаточно неординарной манере. Манера, которая использует игру теней, света, красок. Для меня было необычно, что Василий Дмитриевич выбрал тему мотоциклетного спорта, побывал у нас на чемпионате мира, увидев вот все, что происходит там. Вот эти страсти, которые кипят, и вот это выразилось в целую серию его работ. И будем всячески помогать ему развиваться творчески и пропагандировать его работы. Выставку я эту назвал «Арт-мото», посвящена спорту, мотоспорту. Здесь представлено порядка 11 работ, 4 работы живописные и остальные графические. Выставка продлится 2 недели. Я думаю, что я эту тему продолжу, ее расширю и сделаю действительно большую тематическую работу, творческую. На самом деле, довольно часто бываю на таких выставках, потому что увлекаюсь художественным искусством, хожу в школу, это одно из моих хобби. Больше всего мне понравилась картина «Первый кто», потому что на ней изображены два мотоциклиста, они начинают свой старт, это прям завораживающее зрелище. Мне очень запомнились картины, представленные с мотокроссом. Так как я мальчик, я очень сильно увлекаюсь этим видом спорта. Мне очень интересно это. И всем советую посетить эту выставку. Будем заниматься спортом. Да, точно!